Ты ж детдомовский? Про отца что знаешь? Гандон. Так, я тебе тысячу раз говорил. На какие цели нужны деньги? Квартиру хочу. Вам отказано. Ну вот, Алексей Юрьевич Чесноков. Он же Штырь. Я тебе больше над дочерью издеваться не дам. А в случае отказа или отсутствия родственников, он переписывает квартиру мне. А ты его сдай. Предлагаю сделку. Что-то не очень видно, что тебе тут рад. Я же сказал уезжать! Я тебя тут вообще не видно. Эй, пацан! Слушай, я тебе говорил, не называй меня так, ладно? Ну что ты цепляешься-то за жизнь? Нахер тебе надо? Ты же уже полутруп!